вся команда. Ну и Нера Парга там отжигает что-то. Они с Сергеем Быковым просто, по-моему, такие неразлучные. Оба не очень понимают друг друга, что говорят. Только Нера только что вот снял шапочку, а так сидел. Так был очень веселый в этой ушанке. Сейчас, может, он потом ее опять оденет, мы попросим, если он не против, чтобы мы его поснимали немножко. В общем, против того, чтобы его снимали, Дженнер совершенно не возражал. А когда камеру увидел, кажется, только оживился. Идет какой-то размер поменьше. Не, это фигня. Это фигня. Фигня, вот это нормальный. Но не возражаешь? 400 евро. 4 сотни он стоит. Да нет, дешевка 4 сотни. Когда-то обычно вот костюм выбираешь, ты на что обращаешь внимание? На бренд, на материал или на что? Значит, все имеет значение, понимаешь? И бренд, и цена, конечно. Да, дешевку на него не наденешь. Не, ну главное, конечно, что он сидел. Я люблю, чтобы так по-европейски костюм сидел, чтобы здесь вот так все было так изящненько, так все красивенько. Да, вот обувь тут такая тоже, да, надо посмотреть. Слушай, а вот есть такие, очень многие костюмы носят, такие тоже мешковатые, широкие, вот парни, знаешь, вот тебе такие нравятся, нет, ну они как будто в джинсах ходят, хотя в костюме. Вообще вот в NBA вот эти правила, которые ограничивают одежду, там вот проговариваются какие-то фасоны костюмов, вот в таком духе что-то. Не, ну ты знаешь, ты просто должен мило так, хорошо одеваться, красиво. Ну да, вот что-то типа этого. Что-то очень по-ирландски так выглядишь. Никогда не застегивай нижнюю пуговицу. Никогда. Ну да, вот это прикольно у тебя, симпатичненький такой. Мне вот это не нравится мне совсем. Так, что тут еще есть? О, что, золотой нет? Не хочешь взять золотой? Нет уж. Во, вот это то, что надо. Вот, смотрите, какой галстучек у меня. Да, отличный выбор. Угу. Обязательно, чтобы здесь вот была вот эта вот складочка. На галстуке должна быть складочка всегда. Ну это же ты так пробуешь. Ну вот, понял, о чем я. Симпатично. Большие тут размеры у них. Не, ну надо купить, надо покупать на самом деле, прикольно. Здесь зеркало есть у вас где-нибудь? А зеркало есть где-нибудь? Только в туалете. Эй, зеркало. Хорошо подходит. There is a big one in the restroom. Там большое в туалете есть зеркало. Не хочешь сказать? Вообще мой размер так. White классно, nice. Симпатично. Да, симпатично. Отправился еще и часы себе выбрать. Какие-то там хорошие часы, он сам сказал. Вот, смотри, часы AP называются. Alamore. No, Alamore. Nice watch, right? Очень симпатичные такие, not хорошие sure. часы. Это что, в долларах цена? Ну не в рублях же.
14 тысяч, да. $14, да? Да, правильно. Ничего, тут никаких бриллиантов, ничего, просто классные стильные часы. Когда вот в костюме выходишь, а ты коллекционируешь часы? Не, ну у меня есть одни часы, ну на них там всякие бриллианты, туда-сюда, так особо не везде и выйдешь-то. Все-таки вот этот коричневый, если у тебя будет коричневый костюм, вот какие часы нужно, отличные. AP, стильненькие, очень милые такие, стильные, да? Элегантные часы. Да, спасибо. Слушай, Джанар, мы уже летим, уже пора.